Всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Сегодня лишь одна посылочка. Пришла какой-то новой ихней почтой. UTEC Express. Очень быстро довольно-таки пришли. Сейчас мы быстренько вскроем. Посмотрим, что тут. Так, самое интересное, что она запаковано. То есть, получается, пришла в Украину. Ее запаковали еще раз посылочку. И она, как видите, посылка в посылочку. Так, она такая грязная, подбитая, подчмаканная. Что там с ней делали? Так, и бачите, фирма UTEC. Фирма UTEC Delivery. Интересная фирма. Первый раз такая приходит мне. Да, больше здесь ничего нету. Сейчас мы быстренько откроем вторую посылочку. Так, что-то у нас. Что-то в пакетиках. Ага. У нас здесь два аккумулятора. Два вот таких вот аккумулятора. Полом. 9 вольт, 3000 мАч. Так, мне нужны они для металлоискателя. Так, я увлекаюсь поиском. И мне нужно тут два аккумулятора. Заказал ей два, но, наверное, еще закажу два. Потому что такие вот блестящие, красивенькие, 3000 мАч. Ну, в принципе, как я их проверить-то? Смогу. Сейчас пойду возьму свой тестер. Могу только проверить вольтаж. Нагрузку я, увы, проверить не могу. Сейчас приграбся. Так, мои дорогие зрители. Вот я взял наш тестер. Поставил на постоянное напряжение 20 до 20 вольт. Вот. Сейчас мы замерим. Я их не заряжал, ничего. Сейчас мы быстренько замерим данные. Так, и вы видите, что у нас показывает 9,9. То есть, что в норме. И на другом аккумуляторе 9,9, 9,10 даже так. Вот такие вот аккумуляторы. Напряжение показывают. Какое оно выдает. Какое оно на них написано. В работе мы, конечно, их проверим. Так, нагрузку. Нагрузку я проверить не могу. Так что покажет. То есть их не могу. Ну, там вот писалось, что проверяли, все соответствует. Там, правда, не 3000. Ой, не 300 мА, а там где-то 270-280 мАч. Проверить я не смогу, у меня нету в данный момент такого прибора. Вот, проверю на деле, если будет все отлично, закажу себе еще. Доставка очень быстрая, буквально пришло за 2 недельки ко мне эти аккумуляторы. У нас стоимость их 2 штуки, по-моему, за 5 баксов. Стоимость у нас у них аккумулятора у нас в Украине минимум 200 гривен, а я так взял за 5 баксов, это по новому курсу где-то 130-140 гривен, взял 2 штучки. Так что будем пробовать, испытывать, проверять. Вот так вот. Ссылочка на данные аккумуляторы будут в описании. Переходим, заказываем, все видите, приходит. Аккумуляторы на вид красивенькие, симпатичные такие, блестящие. Вот. Все супер. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Может, какие-то у кого идеи есть, что заказать интересненького, пишем. Будем заказывать, если это в разумных пределах цены. Всем пока, до новых встреч.